Привет! Сегодня у меня на обзоре дешевая... Привет! Сегодня у меня на обзоре дешевая платка для создания USB microSD колоночки. Как вы могли видеть, на максимальной громкости на осциллографе видно клиппинг. То есть не хватает мощности. Еще бы. Эти колонки 2,7 ватта. Две соединенные последовательно, потому что на 2,7, то есть 2,7 Ома и 2,5 ватта. Потому что если подключить один такой динамик, то штатный усилитель, который... То штатный усилитель, который находится вот здесь, начинает перегреваться. Ну, собственно, чего следовало и... Собственно, чего и следовало ожидать. Для колоночек с вот таким вот... Для динамиков с вот таким вот низким... импендансом. Для динамиков с таким вот низким сопротивлением. Эти динамики от магнитофона Philips. Хорошего магнитофона. Или Panasonic. Нет. Эти динамики от хорошего магнитофона Panasonic когда-то были. Так, потребление вы тоже могли видеть. Вот здесь. На холостом ходу. То есть просто когда подключена флешка, потребляется 20 мА. Ну, когда играет музыка, то доходит до 200. Питаю от пауэрбанка. В принципе, можно... было бы запитать... через вот эти вот контакты бат плюс и бат минус, но здесь есть такая особенность, что напряжение из вот этого вот разъема подается сюда, то есть оно как бы дублируется. И при этом, если здесь был бы подключен литиевый аккумулятор, например, и если подать питание, то 5 вольт пойдут на аккумулятор, что, в общем, не есть хорошо. Поэтому будьте внимательны, здесь никакого контроллера заряда нет. Это первое. Второе. Как я уже говорил, на плате присутствует штатный усилитель. Заявлено до 3 ватт. Ну, судя по моим динамикам, действительно... 3 ватта есть, но с очень большими искажениями. Качество звучания, ну, как качество звучания, ну, я бы сказал, что оно на троечку, даже троечку с минусом. Но тем не менее, эта плата стоит $1, ну, чуть больше, плюс-минус, смотря у какого продавца. Поэтому для своей стоимости она играет. Ну, хотелось бы сказать, что нормально, но она просто играет. Если, вот, например,
слушать музыку через наушники, через вот этот вот 3.5 джек, то звук вообще отстой, полный. Никаких низов, звук как будто глухой. Ну, в общем, одно наказание слушать вот здесь вот музыку. Неважно на чем, на акустике или в наушниках, на дешевых, на дорогих, будет звучать одинаково отстойно. Я, честно говоря, не знаю, почему так, и не вникал. Через усилитель звук, ну, честно говоря, более-менее. Так, первый недочет платы — это неприпаянный USB разъем. Ну, разумеется, за свою стоимость этого и стоило ожидать. Также какие-то пятна на разъемах.